И в продолжение кадровой темы. Что делать, если нужна работа, а нужного образования нет? Помочь призваны центры занятости и бесплатные курсы переобучения. Так, в Сузунском районе многие соискатели нашли не просто работу, а дело своей жизни. Подробности далее. Людмила Чеклюна парикмахером работает уже 10 лет. Признается, в юности хотела быть как мама медработником, а не сложилось. Потом Сузунский маслозавод, потом переезд из родного поселка и долгие безуспешные поиски работы. Обратилась в центр занятости и... Там предложили выучиться на мастера маникюра. Выучилась. Когда стала работать в парикмахерской, мне понравилось, как работают парикмахеры. Посмотрела на них, пошла в службу занятости. Опять выучили на мастера подстригать. Ну вот на сегодняшний день я работаю, мне очень нравится эта профессия. Я себя даже теперь уже в другой профессии даже и не вижу. Очень люблю свою работу, клиентов, всем рада. На курсах безработным гражданам предлагают на выбор целый спектр профессий. Это парикмахеры, водители, продавцы, кассиры, повара. Многие из них сегодня успешно трудятся на предприятиях. Трудовой стаж у некоторых исчисляется не одним годом. На сегодняшний день уже с октября приступят водители категории С, парикмахеры и мастера. На переобучение имеют право те, кто не нашел работу в течение полугода. Задача – помочь безработным получить новые знания, в случае, если предыдущая специальность не нужна на рынке труда. Во время учебы пособие также будут начислять раз в месяц, пока биржа не найдет подходящее место работы. Людмила Чеклюна сегодня улыбается. Говорит, тогда, 10 лет назад, она и представить не могла, что найдет дело всей своей жизни. Светлана Соколова, Евгения Емельянова, Илья Чалых, Новости УТС.